Всем привет, с вами Аргонис, и пока все празднуют зимний покров, анонсирован новый герой Зул'джин, первый тролль, очередной персонаж из World of Warcraft. Наконец-то добрались и до троллей, а то уже, в принципе, почти все есть, только вот их и не хватало. Это герой-убийца, он будет у нас дамажить с дальний бой. А будет он, кстати, накидывать неплохо. У него почти что максимальный урон в игре, который возможен. Никакая, правда, поддержка. Средняя живучесть, что, в принципе, нормально для любого ассасина. И он легок в управлении. Первая способность, с которой мы ознакомимся, это увечащий бросок. Он бросает топор перед собой, нанося 130 единиц урона первым двум противникам и оставляя на них метку на 8 секунд. Три следующие автоатаки Зул'джина по этим противникам наносят на 50% больше урона. Так что со всеми его бустами это будет там действительно колоссальный урон, очень быстро будет отсекать потерявшийся овец. Ну а чтобы от него его жертва не ускользнула, близы наградили его замедлением. Эта способность называется «Два топора», которую он бросает по широко замкнутой кривой и наносит 116 единиц урона. И замедляя пораженных противников на 15% за каждый попавший в них топор на 2 секунды. Не знаю, как по силе замедления, но если двумя зацепили, значит замедление будет висеть подольше. А учитывая то, что он дальний бой, в принципе 4 секунды, для этого очень много. Регенерация — это третья его способность. При поддержании он восполняет 25% от максимального запаса здоровья в течение 4 секунд. Действие способности прерывается, если Зул'джин двигается или получает урон. То есть в кустике отбежали, быстренько там сели, сделали свои дела, там, не знаю, травкой замяли и убежали. Если быть серьезным, то регенерацию его наградили, конечно, не зря, потому что его особенность — это скилл Берсерк. При использовании увеличивает урон от автоатак на 25%, но с каждой автоатакой Зул'джин расходует 2% от максимального запаса ХП. Но бонус есть еще такой, что пассивно этот скилл нам дает скорость автоатаки на 1% увеличивает за каждый недостающий 1% здоровья. То есть очень эффектно. Нажали, ХП в минус, скорость атаки вверх, потом в кустике отбежали, пригенились. Ну а вот если не будет такой возможности в кустике резко отбежать, то нам поможет первая героическая способность — даст динго. В течение 4 секунд Зул'джин не может погибнуть, и запас его здоровья не может опуститься ниже 1 единицы. Так что, если вы любитель, не знаю, прям в самое пекло бежать, эта способность прям для вас, потому что, ну не знаю, часто, да, в фокусе самых опасных, так что самое то. Ну а если вы планируете стоять сзади и опасаясь ближнего боя, тогда гильотина подойдет вам, и он бросает огромный топор, который падает в указанную область, нанося 200 единиц урона, а также дополнительный урон увеличивается с уменьшением запаса здоровья. То есть чем меньше у вас ХП, тем больше вы бьете. А как мы помним, чем меньше у нас ХП, тем мы бьем еще и быстрее. А со всеми бустами еще и дофига. Так что как он будет доступен на тестовом сервере, ты обязательно подписывайся. Запилю обзор по его талантам, разберу, посмотрю, как это все работает. Никакой лишней воды не будет, все будет коротенько, понятно, доступно. Поставь лайк или дизлайк, если не понравилось. Спасибо за внимание, пока!